Здорово, дамы и господа, 3630 подписчиков на данный момент. Двигаемся дальше к 500 тысячам. Сегодня предоставляю вам идеи для стримов в ТикТоке. Есть лицом, есть без лица, есть идеи для стримов, где вообще ничего не надо снимать. Будут как конкретные работающие идеи, которые вы сможете повторить, так и целые направления. Короче, приятного вам просмотра, вдохновляйтесь, используйте эти идеи, привносите туда свои фишки, придумывайте новые и загребайте лопатой донаты. Я в вас верю, погнали! Первое, это прям классика, съемка домашних животных. Поставили телефон на штатив возле аквариума и полетели по делам. Поставили телефон возле места, где спят только что родившиеся котята, щенки, кушаете себе, играете в игры, а просмотры и донаты собираются сами. Возможно, у вас есть вообще какие-то куры, коровы, змеи, черепахи, динозавры, короче, пойдут любые животные. И чем интереснее это животное, тем лучше. Также, если вы хотите, вы можете смотивировать людей на донат, просто оставив в кадре записку, типа там, поддержите донатом вот этого питомца. Либо активно общаться на стриме, рассказывать про своего питомца и как-то уже лично мотивировать людей задонатить. Я пробовал запускать такой стрим с котом, то есть я поставил себе телефон возле места, где он спит, и пошел по делам. Потом по статистике я увидел, что зрителей было не очень много, но они все равно были. Потом я решил улучшить вот эту схему, положил листок с надписью, что типа один донат, один раз кормлю или глажу кота. И что вы думаете, были люди, которые донатили прям с первого запуска стрима? Второе, это портить смартфоны или какую-то другую технику за донат. Я это тоже испытал на себе, положил отвертку, специальную доску для ремонта, сделал надпись, мол, один донат, один удар отверткой, донат подороже, удар в камеру и так далее. Положил 5 телефонов, айфоны, моторолы, Nokia. Конечно, все телефоны были уже частично поломаны, но не на всех это было видно. Короче, там светился у всех экран и смотрелось все красиво и нормально. Но просмотров я не собрал, и донатов тоже. Возможно, надо было пробовать запускать стрим с некой периодичностью несколько раз подряд, но я не пробовал. А вот у других людей я видел, что такие стримы собирают очень-очень много просмотров и там бешеная активность. Поэтому, если вы такое любите, то обязательно надо обратить внимание на такую нишу. Вы можете взять эту идею или оттолкнуться от нее и придумать что-то свое, но я не советую вам тратиться сильно, потому что это может не выстрелить. Вот как у меня. Но у меня и все телефоны и инструменты были дома, поэтому я не расстроился, что стрим не зашел. Третье, это рисование. Если вы любите рисовать, то пожалуйста, запускайте такие стримы и рисуйте то, что хотите. Рисуйте на заказ, рисуйте ники людей. Если с первого раза не получится собрать людей, то не переживайте, качайте эту тему дальше. Снимайте ролики про рисование, и со временем у вас будут нужные зрители. Вот просто поверьте. Я видел стримы по рисованию, где человек даже не показывает себя, и все равно там сидит по 100 людей. Идет общение и летят донаты. Также я видел очень оригинальные стримы по рисованию, где сидит по 1000 зрителей. Например, человек на машине маркером рисовал ники своих зрителей, которые его об этом попросили. Короче, рисование это топ. Четвертое, это игры. Ну тут все просто. Нравится вам какая-то игра, начните ее стримить. Ищите единомышленников и все будет. Это очень популярное направление. Люди сутками играют в эти игры, и вы точно найдете своего зрителя. Пятое, это стрим заготовленного, зацикленного ролика. Например, находите видео, где человек едет в поезде и снимает дорогу, или прогулки по ночному городу, делайте в программе для стрима надпись какую-то, чтобы люди донатили, и все. То есть вы вообще свободны, то есть вам не надо ничего делать, оно там себе крутится и собирает зрителей. Я видел, что на таких стримах сидит по 5000 человек. И еще их прикол в том, что если там не будет никаких разговоров, то их будут смотреть люди со всего мира. Но с реализацией такого стрима есть нюансы. Возможность запускать стрим через сторонние программы в ТикТоке есть не у всех. Это экспериментальная функция, то есть кому-то дали, кому-то не дали. У меня, например, нельзя такое делать. И вот на этот случай есть решение. Но оно работает не всегда и не всегда хорошо. Это сервис Lula TV. Можете еще попробовать поискать аналоги и может найдете что-то получше. Шестое. Если не получается стримить вот эти зацикленные видео, то есть нет такой функции, Lula не работает, то попробуйте сами постримить в таком же стиле. Придумайте что-то такое, чтобы вы просто прикрепили куда-то телефон и вообще не обращали на него внимания. Например, прикрепите телефон, когда катаетесь по городу, конечно, если вы не за рулем, чтобы не отвлекались на комменты. Прикрепите телефон на велосипед, я не знаю, там на куртку во время прогулки и так далее. Я уверен, что если вас интересует вот именно такой стиль стримов, то вы что-то да придумаете. Вот я в это верю.
Седьмое – это интерактив с помощью сайта Online Stopwatch. На этом сайте очень много интересных игр. Я видел стримы, на которых его используют, и там прям прилично зрителей. По 500, по 1000, по 200 и летят донаты. То есть все предельно просто. Вы ставите телефон на штатив возле экрана компа, запускаете этот сайт, запускаете эти игры и играете вместе со зрителями. Каким образом-то можно играть вместе со зрителями? Ну давайте так очень быстро покажу на примере игры Duck Race. Люди вам пишут в чат, и вы видите, вот сколько собирается участников. Например, собралось 5 участников. Вы задаете количество участников 5. Дальше люди пишут вам: назови вот мою утку вот так, мою вот так, а мою вот так. Вы прописываете имена вот этих уток и запускаете гонку. Ну и людям такое интересно, потому что они хотят, чтобы выиграла их утка. Короче, классный сайт, много интересного, я уверен, что вы точно найдете во что поиграть на стриме. Но сейчас самое главное. Я на своем аккаунте убедился, что не все хайповые темы, которые заходят у других стримеров, заходят у меня. Я думаю, что это нормально, потому что у нас всех разные подписчики. Разные гео, разное время стрима, разная подача. То есть мы вообще все разные. И не надо расстраиваться, если там у кого-то 1000 зрителей, а у вас там один. Если вас реально заинтересовала тема стриминга, то не сдавайтесь. Пробуйте несколько раз, пробуйте разные варианты, пробуйте снимать видео на эту тему, чтобы у вас набрались соответствующие подписчики. И я уверен, вот просто уверен, что выйдет. Может, не супер результаты, но вот что-то выйдет точно. Потому что по-другому просто не бывает. Ну и про донат. Если вы хотите стримы исключительно для того, чтобы получать донат и по минимуму участвовать в них, то вам, конечно, надо вот в эту сферу, там, где зацикленные ролики, где вот эти все бесконечные видео. Короче, вот туда. Но если вам прям нравится стримить, вы хотите прокачивать себя как стримера, хотите показать интернет-аудитории свои какие-то умения, там рисование, пение, то с донатом не спешите. Вот будут зрители, вот тогда по ходу дела будете внедрять какие-то донаты, какие-то вот интересные фишки за донат, ну короче, что-то да придумаете. Спасибо вам за просмотр, спасибо за лайки. Если есть какие-то вопросы, то пишите в комментарии. Я стараюсь отвечать на все. Ну и конечно, я буду очень рад, если вы напишите в комментариях хорошие, крутые идеи для стримов в ТикТоке. Расскажите, что у вас получалось, что у вас не получалось. Ну, я думаю, это будет круто и полезно для всех, кто будет это читать.